Уважаемые земляки, президент России Владимир Владимирович Путин принял мою отставку. И важное государственное решение о назначении временно исполняющего обязанности главы Республики Хакасия. До момента избрания и вступления в должность нового руководителя региона этот ответственный пост будет занимать Михаил Владимирович Развозжаев. Пока продолжаются выборы, это необходимо для оперативного решения неотложных задач, стоящих перед республикой. В том числе многих вопросов, требующих постоянного внимания, над которыми мы работали вместе с вами на протяжении предыдущих 9,5 лет.